Перископ, майки, .org, заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи, тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау. Можно сделать так, можно попросить этого курьера, нашего Гошу, но заехать еще и на не Бауманскую, а как там называется, да? После того, как он отвезет рулон ткани, заехать в место, где фотографировали фотографии, и отвезти все в Ямайку, оставить там, а потом либо Юра, либо ты туда приедете и будете там, хотя там оставлять чемод тоже не круто. И два раза туда сюда ездить тоже не круто. Я даже не знаю, если честно. Да, конечно, только я не могу понять, как мы должны это разрулить, потому что, знаешь, нам нужно, чтобы... Господи, со всех сторон какие-то звуки непонятные. Нам нужно вещи отвезти на производство, но при этом нужно, чтобы одно худи оказалось в Ямайке, а потом вечером оказалось на производстве. И я, короче, пока что не знаю, как это совместить. С днём рождения. Рановато еще, это кто-то живет далеко, видимо. Что надо? Да, сладенько. Что надо? Что тебе надо? Что еще раз? Не лезь только на стол. Нет, на стол нельзя лезть. Най, это мое. Най, это мое. Най, это мое. Най. В течение дня. Да. Нет. Да, просто завтра. До 7 вечера. Можно оставить у охранника до 9. Ну смотри, завтра... Нет, да. С того адреса... А, нет, стоп. Нет, стой. Давай ты продолжим. Вот немножко другие. Я за твой на бул. На производство... сейчас уйду. А то Дима только решил... ну подвинься. Ты не можешь подвинуть, потому что я тяжелый 91 килограмм вешу. О, Господи. Кнут, что ты? Что тебе надо? Не напал, да. Блин. Нет, мало! Арила! Пройди, пожалуйста. Няна, без убезни, брат. Приключения маленького мука. На. Не кимола. Только не кусай. Не будь, да, зару, бля. Ты заебал, блядь, я работаю. Был бы индустриальный мрут, ладно, запускал, на. Не кмола. Кандема. Не бей, пожалуйста. Так, один рэпер читает питерский. Я все равно тебе, я сейчас не шучу.
Так, не бей меня, пожалуйста. Мне говорят, так что. Да я вообще не в курсе за ваши... Так что, говорят, все равно не говорю. Тебя, наверное, удивит, но я не в курсе. А чего ты говоришь? Хочешь, я буду с тобой разговаривать, как вам тебе пишет? Нет. То значит нет! А мать, все-таки да! Смотри, кнутик ловит яблочки. Хоть яблоко, кно! Дим, пожалуйста, не надо, как долбоёб разговаривать. Не повторяй за дураками всякие вещи. Ты слушала альбом «Карате»? Что? Альбом слушала «Карате»? Дима, это ужасно. Почему ты это делаешь? Что? Ничего не могу? Как же? Дай-дай. Удобно. Вставать не надо. А ты сделала мне чаёк? Я на двоих сделал. Да? Да. А выглядит как будто на одного. Потому что он крепкий, малышка. Я бы сейчас сказала. Это крепкий чай! Дим, не скучай! Пожалуйста, хватит. А не нравится мой чай! Сейчас выглядит из дома, серьёзно. Прощай! Не бей меня! Ты мне сейчас сказала все, что могла. Сука. Надо таких, блядь, блокировать сразу. Таких о чем пишет? Как? Вот, если любишь скрывать прямой эфир от этого. Нет, надо его было сразу заблокировать. Бля, мне лень блокировать, я маму не помню. Нет, я такое не позволю. Нету у меня ничего, собака, кнут, нету. Нету, последнее тебе отдал. Пиздить тебе твою. Да, солнышко. Да. Хорошо. Ну смотри, у меня вот тебе что сказать имеется. Что на производство нам нужно завести весь шмот в течение... О, смотри, шок получился. Смотрите, моя жена художница. Вот, нам на производство шмот нужно завести в течение дня. А завтра с утра поедет Гоша... Да, ну, пожалуйста, ну не делай так. Ну, я буду сомневаться в твоих умственных способностях, если ты сделаешь это еще раз. Окей. Я сказал окей. Отвратительно. Ты как можно так вообще разговаривать? Да ты врёшь. Он ментор. Это не просто какой-то престарелый, пухленький что игрок. Что такое ментор? Он ментор? Ага. Да хуй знает. Это как... Нет, Вика, прости, пожалуйста, прости. Это Дима. Все виноват Дима. Нет. Самая главная работа. Нет, стой. Стой. Нет. Подожди, стой. У нас тут матриархат. Хороший. Мне нравится эта девочка с волосами красивыми. Даша? Да я не знаю, какая это. Сейчас скажу тебе. Дашуля, Сташуля. Интересно, это ее волос красивый? Мне тут подсказывают, про кого ты говоришь. Да? Это тот чувак, которого мы в этом, в цветном встречали. Да, это тот пухленький хорёк. Большой, в очочках, который. Который мне всё сказал, что хотел. Блядь, мне было бы так смешно, если бы было так грустно. Перестань, пожалуйста. Я не могу выносить такое дно. Гош, спасибо большое за помощь. Нет, мол! Нет, мол! Нет, просто этот мой маленький психопат вышел в прямой эфир и тебе... Не отвечай с банки! Почему? Потому что стаканы все, а не стира, нет, все стаканы в машинке. Господи. Да, давай, я тебя сейчас...
Давай. Дима, вот секунду, дашь нам подожди, обсудить, чтобы я не уходила из-за компьютера. Ничего важного не говори, потому что тут 339 ушей. Да, ушей, но я ничего такого не говорю. Так вот, нам нужны уши. Так вот, смотри. Завтра Гоша поедет с утра, потому что вот Total Print сегодня закончили принтовать ткань вечером. Вот, как раз в 7 часов, до 7 они закончили. Поэтому завтра Гоша с самого утра поедет туда, потому что чем раньше мы привезем ткань по вот этому адресу, который, как напомню мне, который пока что у нас третий, там, где шьют сумки. Вот туда нужно привезти как можно раньше завтра ткань, чтобы они как можно раньше начали все кроить. Вот. Да. Нет, 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 нет. Да, прикольно это. Угу. Да. Да. Оно вообще работает до 4, но мне хотелось бы, чтобы там около 10 туда попала ткань придавленная. 10-11. Если Дима еще раз как... Не-н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 е-
говорить так, как этот пухлый хорек. За сотку чего? Не знаю, мне сказали, если Димон будет продолжать говорить, будет еще расскажет, как пухлый хорек, я бы сказал. За 100 миллиардов, сотку как мне подсказать. Да ладно, соточку, можно пацанам, пацаны, типа. Слушай, нет, ну, пожалуйста, ну, один раз можно еще сказать? Наоборот, блядь, ну хватит, ну дай поговорить, абсолютно. Почему тебе сейчас именно приспичило? Ну, я жду, когда ты мне все пришлешь, чтобы я работал. А пока я не работаю, не делаю. Не знаю, что это такое. Я еврей, откуда знаешь, что это работа? Ты знаешь, что в еврейском словарном запасе нет, в словаре нет слова работа? Не все евреи такие, как ты. Конечно, нет, я вообще не еврей. Так, смотри, я вообще не предлагаю тебе ничего. Ага. Блин, можно я, пожалуйста, скажу, это рэп, это шок, это как некий молом, пожалуйста. А завтра в 10 утра, да. Ой, Игорь прислал новый трек. Да, Игорь прислал новый трек. Не-не, okay. Прости, пожалуйста, я тут. И пока ты ищешь. Да. Ага. Привет. Сейчас я посмотрю, подожди секунду. А можно пока тебя не... А ты не уходишь, я думаю, уходим. Ты хочешь, чтобы я ушла, Дим? Да нет, я не хочу, чтобы ушла, брось ты. Это рэп, это... Шаг, это да, это ква. На предельную. Предельную. Не на привольную, а привольная это вышивка, предельная, да. Стой, вот как раз то, что я забыла. Нет, то, что я забыла. Он перед тем, как поехать на предельную, он должен заехать на Нижегородскую, чтобы забрать там этикетки. Будет еще работать, типа у нас, чувак, будет весь загон такой. Да. Угу. Че, а ты что хочешь делать? Это же налитый чай тебе. Да. Ну, наверное. Если ты не подкаблучник, значит у тебя не та жена. Новостей куча, мы вот последние дни новости готовим, мы вот сейчас новость готовим. Я сейчас хочу ее запустить, написать. А жена мешает. Что значит мешает? Нет, мо! Жена мне не мешает. Я не могу вот раскрыться, когда вот сижу.
Дима, когда сидит и молчит, он похож на батю, который только что разобрал, как работает Инстаграм. Fuck you! Uh-huh. Fuck you! Да, либо Юра туда поедет. Мы будем, да, на Ямайке, хотелось бы. Но либо Юра туда поедет. Ну, я не хочу, чтобы ты больная тоже ездила туда, поэтому... Бля, короче, попробовал все вот эти улунги, кроме Дахумбао, все остальные хуй там, кстати. Дома, конечно, дома. Дома, конечно, болеющие должны дома сидеть. Угу. Милая, ну давай посмотрим завтра по твоему состоянию. Я надеюсь, что как бы ты будешь себя завтра... Я думаю, это очень оптимистичный план, если честно. Я думаю...